Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. На дорожных торгах удалось сэкономить более 190 миллионов рублей. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» получилось сэкономить почти 7 миллионов рублей. По ремонту мостов и дорог еще 155 миллионов. Это позволит дополнительно привести в порядок от 5 до 7 километров дорог области. Более 29 миллионов рублей составила экономия в рамках программы «Дорожный миллиард». На эти средства планируют отремонтировать более 3 километров дорог. Об этом сообщили в правительстве области. Экономика. Уровень дефицита кадров в нашем регионе достиг максимальных значений с начала года. Об этом свидетельствуют данные исследования портала HeadHunter. Уровень дефицита кадров определяется через соотношение количества резюме к количеству вакансий. Комфортной для рынка труда нормой считается баланс от 5 до 8 резюме на одну вакансию, что говорит о достаточном выборе работы у соискателей и кандидатов у работодателей. Значение индекса ниже 4 резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров. Сейчас этот показатель в регионе немного превышает 2 резюме на одну вакансию. Это рекордно низкий показатель с начала 2023 года. Для сравнения, в целом по России индекс конкуренции составил в июне чуть больше 3 резюме на вакансию. Самыми дефицитными специалистами на данный момент в Кировской области являются медики. На одну вакансию для них приходится всего 0,9 резюме. Наоборот, профицит кадров наблюдается в сферах высшего и среднего менеджмента, консалтинга, масс-медиа и искусства. В этих сферах показатели доходят до 10 резюме на одну вакансию. В эфире «Экономика». Кировская область заняла 29-е место в рейтинге развития ипотеки. За последние 12 месяцев из 1000 человек экономически активного населения ипотечный кредит взяли почти 23 человека. С этим показателем Кировская область занимает 29-е место в рейтинге РИА новостей по развитию ипотеки. Рост относительно прошлого года составил почти 50%. В лидерах находится Тува. Там кредит на покупку квартиры взяли 45 человек из 1000. В лидирующей группе также есть наши соседи, Республика Удмуртия, с показателем почти 32. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин. Программа «Экономика».